15.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. На сайте у нас есть возможность задать вопросы нашим спикерам в разделе «Анонсы» с фотографией спикера. Вы можете зайти накануне или в течение первой половины дня и написать свой вопрос. Вопрос, который вам оставил Николай на сайте, меня поверг просто в какую-то там прострацию. Я вообще не понимаю, о чем речь идет, но тем не менее он вас спрашивает. Владимир Сергеевич, если не секрет, каким ветром вас занесло в село Шапта и зачем вы учили местную детвору есть китайскими палочками? Село Шапта – это Кикмурский район. Директор школы Шептинской, моя хорошая знакомая, и она просто попросила еще осенью, чтобы я приехал и что-то рассказал, показал, потому что, говорит, у нас ни дети, ни взрослые, никогда живого профессора не видели, это будет интересно. Ну, я приехал в общем-то, палочки, это было так попутно, в канун китайского Нового года, так получилось. Это вот сейчас было? Да, это было, собственно, на крещении 19 января. И мы провели, ну, как сказать, знакомство с культурой Китая. А палочки – это был один из элементов, это же традиционный элемент китайской культуры. Тем более я сам, в общем-то, всегда пользуюсь палочками уже 20 лет. И считаю, что это очень удобно и полезно. Ну и устроил детишкам соревнования, кто из них лучше, так сказать, сумеет освоить палочки, они получили за это хорошие призы. Но это был именно такой, в общем-то, развлекательный, соревновательный момент. Основное все-таки 2 часа мы посвятили китайской культуре. Ну и как? А запрос от учеников и преподавателей есть? Знаете, что там в селе Шапта? Отзвуки есть, и я, насколько понимаю, до сих пор разговоры идут, и звонят, и письма пишут. И пишут нам на сайт. То есть любознательные ученики. Мне очень понравились учителя, дети. Живые. Да. Но не хватает действительно вот этих коммуникаций. Не хватает коммуникации с людьми, которые, из городов, из центра. Да, я поэтому даже пост опубликовал все на страничке в Фейсбуке о том, что призвал, давайте поедем, вот, горожане, да, ну, имеется в виду интеллигенция, какие-то ученые, может быть, вот в село иногда хотя бы, чтобы провести с ребятами сельскими, ну, то, что вы умеете, показать им что-то интересное. У них там даже нет кружков, потому что некому вести. А это интересно очень. А вот такую идею надо озвучить министерству, я считаю, образования, может быть. Ну, во-первых, я сегодня размещу ваш пост у нас на сайте, чтобы почитали, я сама почитаю, наши слушатели имели возможность. Во-вторых, это же такое движение, наверное, да? Ну, это общественная инициатива должна быть. Я думаю, что министерство образования... Ни при чем, общественная инициатива, да? Ну, ездит же у нас в дома сирот, да, то есть поддерживают. Да. А вы знаете, вот эти сельские ребята из далеких деревень, там вот это Шапта, это 300 километров от Кирова, они тоже сироты, но не такие, не физические, то есть у них есть родители, а вот такие как бы, ну, духовные, что ли, то есть они обделены вниманием, обделены общением с людьми, которые могут действительно изменить их мир и их взгляды. Телевизор не заменяет. Да. Живое общение с людьми. Телевизор сегодня лучше вообще не смотреть, чтобы совсем не испортиться. Да, это интересно. Надо будет развить, наверное, эту тему. Поговорим еще об этом. Хорошо, давайте к другим совершенно вещам. 2 дня назад к нам приезжал Дмитрий Медведев. Вот исходя из той информации, которую нам представила пресс-служба правительства и СМИ, сегодня, кстати говоря, она продолжает СМИ обобщать и информировать. СМИ, присутствующие, я имею в виду, на мероприятиях. Какое впечатление о визите вы составили? Зачем приезжал? Кому приезжал? Ленточку ли перерезать или еще что-то? Ну, ленточка, это, наверное, был такой официальный повод. Ее тоже должен был кто-то перерезать. И если это сделал премьер-министр, это высокий уровень. И это показывает отношение, в общем-то, властей к этому объекту промышленному. То, что он действительно очень важен. Вот. Ну, я думаю, что это такой рабочий визит, ведь он уже и приезжал, Дмитрий Анатольевич. Пару лет назад. Да, и он уже дважды приезжал, да, еще в 2009 году, как раз приехал. Вот, то есть посмотреть, как новый губернатор, ну, исполняющий обязанности. Ага, все-таки посмотреть, как новый губернатор справляется. Я думаю, да, конечно. Угу. То есть посмотреть, как идут дела, в общем-то. Вот такой рабочий визит.
Ну, как посмотреть? Я, конечно, там не была, но, по-моему, он приехал на завод и уехал практически. В правительство он не заезжал, по области он не ездил, по городу даже не ездил практически. Это... Окольными путями прямо сразу на новый завод. Вы знаете, то есть, чтобы сделать какие-то выводы о чем-то, не обязательно прямо везде все объездить. То есть, ну, достаточно посмотреть какие-то ключевые точки, чтобы составить общее впечатление о том, как идет работа. С губернатором же он встречался, общался. Да, и это очень интересно, потому что встреча подробно не освещена. Но понятно, что визит такого высокопоставленного лица всегда сопровождается обсуждением проблем региона. И там пытаются договориться о содействии решения проблем. Да? Первые новости, которые вышли, это вот космический центр нам нужно здесь дать, но еще немножко на путепровод. Это все практически, что мы услышали. Я не знаю, вы думаете, там звучало что-то еще? Обязательно, конечно. Я думаю, там звучали и более важные дела. Просто ну, космические... Например, какие должны были прозвучать с вашей точки зрения? Ну, в общем-то, даже в новостях мы услышали о том, что Дмитрий Анатольевич спросил о том, какие, как у нас поддерживается сельское хозяйство, как поддерживается образование, медицина. То есть это же было. И, насколько я помню, ответ был о том, что у нас, в общем-то, создаются точки роста по определенным направлениям, как раз и в сельском хозяйстве, и значит, биотехнологиях, там, промышленности. Это все общие слова, Владимир Сергеевич. Понимаете, вот насчет общих слов, да, это вот для вас общие слова, потому что вы на земле сидите, и для вас вот конкретика, это вот, ну, вот, вот ноутбук перед вами, вот микрофон, это для вас конкретно, да. А люди, которые управляют страной, им это, вот этим не надо, им это не надо видеть, они как раз занимаются глобальными вещами. И, допустим, то, что направлять деньги, так сказать, на развитие сельского хозяйства или лесной отрасли, или лесной отраслью заниматься, да, то есть это как раз тот уровень, которым должен заниматься и губернатор, и премьер. Для вас это общие слова, а для них это очень конкретно. Ну, не скажите. Не скажите, не о ноутбуке идет речь. Вот, например, обозначенные два объекта Игорем Васильевым, космический центр и путепровод, собственно, понятен, да? Ну, а дальше-то что? Это было Вы считаете, это мелочи? Это было по пути, конечно, была мелочь, что на этот космический центр немного денег не хватило. Он говорит, ну, денег надо где-то же взять, ну, попросил. Угу. Это по пути, это совсем не главный вопрос. Но журналисты выделили в качестве одних из главных. А вы считаете, мы узнаем когда-нибудь, о чем конкретно шла речь, и когда мы, и как это можем выяснить? Я этого не могу сказать. То есть, если сочтут нужен, так сказать, пресс-служба губернатора, значит, дадут информацию. Я не встречу. Очень все-таки поняла, какой эффект на вас лично эта встреча, этот приезд произвел. Поняли ли вы, что Медведев таким образом выражает поддержку нынешнему ВРИУ? Ну, вот почему он должен быть на меня какой-то эффект произвести? Ну как? Он же не ко мне приезжал, правильно? Ну зачем-то приехал к вашему исполняющему обязанности губернатору, да. Ну, вот я рад, что к нему приехал, потому что у губернатора была возможность, значит, показать себя и что-то попросить, так сказать, для региона. Общение, во всяком случае, возникло. Понимаете, ну, люди такого уровня приезжают либо по хорошему поводу, либо по плохому. Я думаю, что плохого повода у нас еще просто быть не может, потому что губернатор полгода всего, значит, приехал по хорошему. По хорошему поводу. Все. Что касается выборов, которые предстоят в этом году Игорю Васильеву, буквально пару дней назад исполняющий обязанности министра внутренней информационной политики Владимир Бекетов в интервью «Известиям» объявил о фактическом старте предвыборной кампании Игоря Владимировича. Как вы думаете, вот главный вопрос, который мы задаем также и к президентским выборам. А будет ли вот на нынешних выборах 2017 года в нашем регионе конкуренция Игорю Васильеву? Вот, выборы – это слово-то вот, попробуйте проанализировать. Выборы. Реальная конкуренция выборы, Игорю Васильеву. Это значит, должен быть выбор, правильно? Да. То есть, если выбора нет, то и, собственно, и выборов нет. Значит, конкуренция будет. То есть, будут обязательно другие кандидаты и совершенно, так сказать, оппозиционные и независимые, я думаю, обязательно будут. То есть, ну, я уверен просто, что Сергей Мамаев наверняка выдвинет свою кандидатуру. Как минимум одного мы уже знаем, Сергей Мамаев. Это точно, да. Может быть, кто-то из даже и со стороны, из других регионов. Там, ну,
Это хорошо. Во-первых, давайте, Сергей Мамаев выдвинется. Станет ли он реальным конкурентом Игорю Васильеву? Ну, почему нет? Я как-то уверен, что он, к сожалению, я думаю, что он все-таки будет реальным конкурентом. Так, другие регионы могут поучаствовать? Могут поучаствовать. По собственной инициативе? Или это будет создано каким-то... Навальный, например, могут поучаствовать. На губернаторство-то в Кировской области это будет интересно. Это могло бы быть, так сказать, таким... Навальный собирается на президентские выборы. Я знаю, но потренироваться-то надо и шум сделать. Ради шума может... Ну, к примеру, я не знаю, будет он это делать или не будет, а чтобы пропиариться, может. А вам было бы интересно? Мне он не интересен. Навальный вам не интересен. Абсолютно. А какими бы вы хотели видеть наши выборы губернаторские в этом году? Спокойными. Игорь Васильев единственная персона, и все. Очень спокойные выборы. Он меня вполне устраивает. А, вот чего. То есть понятно, за кого вы будете голосовать. Ясно. То есть, хотелось бы конкурентных выборов все-таки. Ну, конкуренция должна быть. Это немножко подстегивает даже лидера. Uh-huh. Если конкуренции не будет, лидер может расслабиться и, в общем-то, не принести того, достичь того эффекта, который на самом деле он может достичь. Давайте, раз уж вам он так нравится, мы сейчас говорим об Игоре Васильеве, временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области. Вот каким он вам сейчас рисуется, да, каковы составляющие его его имиджа, да, каким вы его видите как избиратель, почему, вы говорите, вас он вполне устраивает? Вы знаете, вот немножко сейчас вот уже действительно увидел, узнал его, да, то есть он напоминает мне времена, там, по-моему, конец 80-х, когда в Киров пришел Вадим Бакатин, я не знаю, помните в это время или нет, да, тоже. Я смутно помню. Ну, тогда какие-то изменения резкие пошли, там, дома стали красить, улицы убирать, и как-то народ так воспрял, да, вот пришел сильный хозяйственник, вот он сейчас тут исправит, жалко, что он мало у нас побыл, но на самом деле какие-то такие изменения пошли. Я сейчас тоже вот это наблюдаю. Стоп. Вот сейчас про изменения после короткого перерыва. Это очень интересно. Особое мнение на 101 FM. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Мы остановились на том, что вы видите существенные изменения, которые происходят вокруг вас благодаря приходу Игоря Васильева. Нам интересно, какие. Понимаете, губернатор пришел, еще прошло только полгода, исполняющий обязанности. Он достаточно глубоко вник во всю проблематику, которая вообще в области существует. Ее очень много. И предложил реальные какие-то шаги, действия, вот даже в той же лесной отрасли, да, то есть... То есть вот эта история с биржей и с аукционами вам нравится? Давайте будем цыплят по осени считать, потому что мы можем сейчас с вами долго рассуждать, хорошо это или плохо, да, решение принято, давайте посмотрим, какие будут результаты, действительно, вот осенью, может быть, не так все быстро изменяется, как бы хотелось, тем более на уровне области, вот. Я говорю, что человек вникает, человек что-то предлагает, человек что-то делает. Вот. Кроме того, мне, допустим, симпатично, что он так достаточно открыт. Во-первых, можно ему, любой гражданин, написать письмо на электронную почту. Когда у нас была встреча с ректорами, то есть он сразу дал свой сотовый телефон, да, и мало того, я два раза воспользовался им, действительно, то есть работает это. То есть он открыт, но достаточно, я бы сказал так, кроме того, что он думчив, он достаточно жесткий, да. То есть он думает, а потом решает резко, и с ним непросто разговаривать. В той же, значит, здравоохранении, насколько я понимаю, тоже он, так сказать, делает, может быть, не только своими руками. Ну, у него там серьезный помощник, да, как мы знаем. Он нашел такого помощника, угу. И поддерживает его. Ну, а то, что вот эти рейды по городу... Это вам нравится? Его очень много, кстати, критикуют. Вот сначала народ обрадовался, а сейчас критикой занимается, что чего это где? Он по дворам-то посылал. Если народ, который там пишет этих самых, не знаю. Вам нравится эта история? Я считаю, что он стряхнул город. Угу. Он стряхнул, то есть застоялся город. И то, что он ходит по дворам, и слава богу, больше-то никто не ходит. И я вижу результат этой деятельности. Это, конечно, не его работа, но он даже до этого дошел, понимаете? Угу. Он даже дошел, стряхнул, и мы видим, результат есть от этого налицо. Так.
А вот эта ситуация, например, с историей вот эта с победой, тоже бурную реакцию населения вызвала она. Много недовольных. Как он ее отработал, как вы считаете? Давайте так сразу население. Так. Когда вы говорите бурная реакция населения, я думаю, что 90% населения вообще по барабану. Так окей, скажу, те, да. Кто летает. Те, кто летает. И кто я сам тоже заинтересован летаю. В том, да, чтобы полеты... Я летал на победе и значит. Понимаю, что это за компания. Плохая компания. Давайте так откровенно говорить. Вообще, очень плохая компания. Мне она совершенно не нравится. И то, как действует компания сейчас по отношению к Кировскому аэропорту, нашему победила, это точно такая же стратегия, как она действует по отношению ко всем своим клиентам, пассажирам. Выламывают руки, заставляют, значит, там платить и так далее. И также поступают, извините, и к правительствам областным и другим. Когда нам Победа говорит, что вот у вас тут самые дорогие аэропортовские сборы, вот там дешевле, там дешевле. Там просто правительство, там, не знаю, раз у них деньги есть, там Татарстана, еще кого-то прогнулось и уступило им, то есть снизило эти расценки за счет того, что, ну, видимо, дотируют эти аэропорты. У нас в области денег мало, мы не можем дотировать те суммы, которые дотируют другие. Вот. А вот это уход, приход сейчас обсуждается, что они опять придут. Я вижу в этом такой, знаете, именно ход. Ну, заставить нас нагнуть область, чтобы она все-таки заплатила. И это мне не нравится. Пусть уходит. А как вы думаете, Игорь Васильев пойдет на это? Ради того, чтобы победа вернулась? Ну, это вы лучше его спросите, я за него не могу ответить. Вот. Я могу сказать, что есть и другие компании, лоукостеры. А этот лоукостер еще так надо посмотреть, насколько он лоукостер. Эти декларируемые 999 рублей, вы попробуйте купить этот билет. Там, если один билетик где-то выкинут, он его сразу покупает. Ну, и билет за 2000, и за 2400 устраивал вполне людей. Да, и за 3. А если перед последний день перед полетом, то это и за 5, может быть. Не нравится вам покупать. Победа, я смотрю. Победа не нравится, абсолютно. Но хотелось бы, чтобы все-таки широкий спектр и выбор был. Все-таки с уходом Победы сузился у нас с вами. Ну, конечно. Я думаю, что можно найти и другие компании. Да? Можно или нужно? Нужно. И можно, и нужно. Вот я просто хотел пример привести. Летом летал в Геленджик. И когда, ну, туда дороговато был билет, а обратно купил компания, которая стоила билет из Геленджика в Москву всего 2500. Всего 2500. Помните компанию? Это я вот не помню, да и, наверное, нельзя называть, даже если... Почему? Ну, можно, интересно, сравнивать. Я правда не помню. Вот. Суть в том, что никаких ограничений у этой компании вообще не было. Прежде всего, по багажу вы имеете. 22 килограмма, рюкзаки какие хотите, еще и там чем-то напоили. Вот это я понимаю, лоукостер. Но все-таки нужно поискать. Вот Победу не надо, а поискать другой лоукостер нужно. Да можно и Победу, но ведут они себя, конечно, отвратительно. Это политика и по отношению, я так понял, пассажиров, и по отношению правительства. Так, ну и последний еще раз повторяю просто вопрос. Васильев хорошо отыграл эту ситуацию? То, как он отреагировал, что он сказал по поводу ухода Победы? Ну, это вот я вот как-то... Знаете, наверное, не готов вот это комментировать, мне трудно сказать. Окей, это особое мнение Владимира Сизова, мы продолжаем. Госдума 11 января одобрила в первом чтении поправки в резонансный закон о декриминализации домашнего насилия, как его называют. Законопроект выводит побои в отношении близких родственников из ряда уголовных преступлений, напоминаю нашим слушателям. В конце прошлого года очень много высказывалось по этому поводу критики и опасений. В том числе и православная, кстати говоря, общественность об этом говорила. Вас настораживает ли принятие этих поправок? Или вы считаете правильным этот процесс? Ну, здесь надо понимать, почему эти поправки были приняты. Потому что были уравнены, в общем-то, законы по отношению к неродственникам, по отношению к родственникам. Так получалось, что в уголовном законодательстве побои, ну, скажем так, посторонних лиц, они влепили свое более мягкое наказание. А если, значит, побои происходят, ну, в родственном кругу, в семье, то более жесткое наказание, то это тоже неправильно. Или уж надо делать и там более жестким наказанием, или там и там более мягким наказанием. То есть разница это должно быть, но вот уравняли именно сторону умягчения этого наказания. Вот. Ну, не знаю. Я вообще, как бы, знаете, сторонник более мягких наказаний всегда. Даже в этом случае? Даже в этом случае, потому что там, в общем-то, идет речь о первом
так сказать, случае, и не о серьезных каких-то, так сказать, не о причинении вреда здоровью. Угу. Поэтому, наверное, законодатель все-таки прав в отношении этого. Потому что так ведь мы можем и семьи себе разрушить, если будем слишком жестко относиться. Во всяком случае, до революции побои вообще не считались чем-то особенным. Так, Владимир Сергеевич, куда мы забрались? Но я же не сторонник побоев, это тоже понимать правильно. Но и чрезмерное наказание может привести к тому, что вообще люди... А что может быть нормой для российской семьи в этом отношении? Ой, трудно сказать. Я тут смотрел тоже недавно статистику, тут опубликовал в Фейсбуке, и смотрю, там у нас разводы в некоторых районах области больше, чем случаев брака, то есть там, допустим, случаев брака за год 90, а разводов там 95, да. Поэтому это в том числе эти из-за вот этого домашнего насилия тоже происходит. То есть оно есть? Оно есть, и оно, наверное, будет, потому что очень трудно ужиться двум людям, когда они там живут долго, и это всегда было, и как с этим бороться, не бороться, наверное, только через воспитание какое-то. Через школу. То есть вы ничего страшного еще раз в этом законе, если он будет принят, не видите? Я так не говорил. Я считаю, что должно быть равенство по отношению и в семье, когда происходит, и не в семье. И если идет речь об ужесточении или о смягчении, я за смягчение. То есть это принципиальная позиция. Владимир Сизов, его особое мнение, слушайте вы. А сейчас мы уйдем на 2 минуты на рекламу, после чего вернемся в студию. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Мы тут в перерыве тему одну наметили, развивая вопрос о декриминализации домашнего насилия. Как об этом журналисты говорят, Владимир Сергеевич справедливо отметил. И дошли до системы наказаний. Вообще, какая она должна быть, возможно ли шлепать детей, и что такое синяки. Наверное, мы ее вынесем отдельным вопросом с большим обсуждением. Имеет смысл, мне кажется, здесь как-то поговорить в этой студии, посмотрим. А сейчас о другом. Мы тоже будем говорить о детях, в том числе о детях, об образовании. Ольга Васильева, напоминаю, министр образования, заявила, что в этом году предусмотрено беспрецедентное количество бюджетных мест в вузах, причем увеличен процент на педагогические специальности. Цифры действительно приведены на любых порталах, образователь может посмотреть. С чем это, во-первых, связано? Чего это вдруг бюджетных мест столько пооткрывалось, в то время как мы знаем, что сам бюджет на образование урезан? Вы знаете, это лукавая статистика, то есть можешь по-разному смотреть. Статистика лукавая, что бюджет на образовательные программы, да, на образование урезан, или что бюджетные места открываются? Что бюджетные места, тут надо просто понимать, надо еще тогда один закон вспомнить, да, в соответствии с которым государство обязано финансировать бюджетные места в количестве не менее 800 человек на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. И что происходит? Происходит то, что была демографическая яма в 10, 12, 13 году, а начиная с 2014 года потихонечку стало выравниваться, и уже подошли вот эти большое количество детей, которые нарождались, да, то есть они подошли к выпуску из школ, и в прошлом году их было больше, чем позапрошлым, и в этом году их больше, соответственно, бюджет просто обязан вот эти 800 человек выдать, но было бы реально больше, то есть можно было бы говорить о том, что действительно там беспрецедентная акция, что очень много дали бюджет, если бы дали, допустим, не 800 человек, не 800 мест на 10 тысяч человек, а, допустим, 900 или 1000, тогда мы могли бы говорить, да, действительно, процентное отношение выросло. А так-то что выросло? Ничего не выросло. То есть просто детей стало больше, которые будут поступать в вузы. А в процентном отношении, я думаю, что мы гораздо ниже, чем бюджет финансировался во времена, скажем так, СССР до 90-го года, они же сейчас финансируются. Вы за то, чтобы увеличилось количество бюджетных мест в вузах? Или против? Я считаю, что все... Что за образование нужно платить? Нынешняя ситуация достаточная. То есть людям, которые достойны учиться бесплатно, они должны учиться бесплатно. А те, кто, ну,
по каким-то параметрам не смог, так сказать, выиграть этот конкурс, они должны платить за образование. Другой вопрос, что те, кто учится бесплатно, они должны отрабатывать свое бесплатное образование. А то у нас получается так, что государство вкладывает денежки в студентов, в вузы. Причем в хорошие вузы же вкладывается больше денег. А из хороших вузов студенты уезжают за границу. И получается, что мы финансируем не наше образование, а зарубежное. То есть мы финансируем, люди уезжают и там приносят пользу той стране. Да. То есть скажите, пожалуйста, потому что особо Ольга Васильева подчеркнула, что увеличен процент на педагогические специальности по бюджетным местам. Ну, это очень хорошо, потому что известно, что не хватает учителей в школах, и раз увеличить количество мест на педагогические специальности, то они обязательно, эти места будут заполнены. Вот. И кто-то из выпускников все равно придет в школу. Известно, что порядка 80% все равно людей, окончивших вузы, работают потом по специальности. Ой, простите, простуда накрыла и меня. Поздравляйте. Я надеюсь, я смогу задать последний вопрос, на который, мне кажется, вы сможете дать развернутый ответ. В Питере депутаты потребовали уголовно наказать участников митинга в защиту Исаакиевского собора. Речь идет о тех людях, которые... настаивает на том, что Исаакиевский собор должен остаться музеем, и его нельзя передавать во владение Русской Православной Церкви. Как вы ко всей этой ситуации относитесь? И с передачей Исаакиевского собора РПЦ, и с тем, что вот депутаты хотят уголовно наказать защитников музейного статуса. И хотелось бы немножечко поговорить про Киров тоже. Есть ли что еще передавать и надо ли? Ну, мою позицию, наверное, вы поняли, что никого наказывать не надо. То есть, ну, люди имеют право высказать свое мнение, поэтому почему это надо наказывать. Что касается передачи собора, да, тут такой вопрос непростой. Я когда услышал об этом, первая мысль у меня была, ну, раз это храм, ну, и храм должен быть принадлежать церкви, да, то есть храм уже до революции строились, так сказать, на деньги церкви, либо прихожан и так далее. Но потом выяснилось, что, оказывается, Исаакиевский собор даже до революции, он никогда церкви-то не принадлежал, его строился на деньги государственной казны, то есть государство его построило в основном. И содержало. Да, и содержало. И даже обращался, по-моему, митрополит, вот там, ну, тогда Санкт-Петербургский, да, к царю, и царь не позволил в те времена передать Исаакиевский собор в ведение церкви. Ну, и я бывал неоднократно в Исаакиевском соборе, отличный собор, действительно прекрасный музей. Ну, не знаю, у меня такое сложное отношение, потому что, в принципе, верующие в настоящий момент могут там присутствовать, и там службы проходят, поэтому... Собственно, ради чего весь этот сырбор, непонятно. То есть реализуется, как бы, ну, убивается два зайца. И государство, как бы, довольно, оно использует его как музей и зарабатывает деньги на этом, да. И церковь вроде бы тоже реализует свою функцию, то есть богослужебные все дела. Зачем совсем передавать в ведение церкви, непонятно. То есть, мне кажется, именно собор, сейчас только о соборе говорим, как памятник, да, он от этого только проиграет. То есть, если мы хотим сохранить собор, то лучше бы его не передавать. Если же мы хотим, значит, чтобы там привлечь больше верующих, ну, мне кажется, больше не привлечется. То есть, они уже так рассосались по всем храмам и ходят каждый свой. Очень важную историю вспомнили в то время, когда наш царь не передал собор церкви. В том числе учитывался и вопрос содержания собора. Он очень дорогостоящий, он большой. Очень много денег тратится на это содержание. И мы знаем сейчас, что музей, Исаакиевский собор, да, он зарабатывал хорошие деньги. 800 миллионов в год примерно зарабатывал собор. Это позволяло поддерживать его содержание. Это позволяло обеспечивать 400 сотрудников музея. То есть мало того, что самоокупались, они еще и зарабатывали деньги. Я прошу прощения за вопрос, но, может, здесь есть меркантильная составляющая какая-то? Ну,
Понимаете, мы можем только сейчас что-то помыслить, есть там меркантильно, нет. Я не знаю, из каких соображений. Давайте, и не хочу догадки строить. Мы рассуждаем о том, надо это делать или не надо. Тут, на текущий момент я бы сказал, наверное, это неправильное решение. А давайте с другой еще стороны посмотрим на эту проблему. Как вы думаете, если собор будет передан РПЦ, а это кажется, что уже очевидный свершившийся факт, станет ли там меньше туристов? Это важно, потому что еще раз РПЦ придется поддерживать этот собор и зарабатывать как-то деньги. Или обращаться опять в бюджет. Я думаю, что туристов там меньше не станет, он снова будет привлекать внимание и туристов. И вот такие вообще-то вещи-то есть. То есть Исаакиевский собор не единственный в России, если так вспомнить. Во Владимире Успенский собор, он работает на таких же основах. То есть там идут службы. Когда идет служба, верующие могут пройти туда бесплатно. А когда служба заканчивается, то есть начинают продавать билеты, и там иностранцы пускают, и все могут сходить посмотреть. Я думаю, по такому же принципу, скорее всего, будет. Такая история есть и за рубежом, да. Вот сейчас, приехав из Англии, могу сказать, что... Ну вот передавать церкви то, что ей не принадлежало, на это не следует. А что касается Кирова? Есть ли чего церкви передавать надо? Мне кажется, уже все передано. Все передано? Ну, не знаю, может быть, что-то не передано. Вы понимаете, город у нас не очень богатый, и я думаю, что церковь еще и не всегда готова взять то, что ей готовы отдать. Это же надо действительно содержать. Поэтому даже если бы что-то передали, наверное, там у нас ладыка бы подумал, вообще брать или не брать. А следите ли за историей возрождения Спасского собора? Очень грандиозная стройка там. Ну, немножко, да. То есть там на Фейсбуке там публикуется. Не лично. Лично нет. Нравится вам то, что происходит? Ну, конечно, нравится то, что возрождается. Там какие-то гигантские деньги, бабушки жертвуют, откуда у них такие деньги. Да. Ну, молодец. Да. Буквально остается 2 минуты, и судя по тому, как вы относитесь к Навальному, а вы озвучили свои отношения к нему, он вам не нравится, вы сказали сегодня в программе, ответ будет короткий. Но это не значит, что мы должны к нему относиться несправедливо. Я бы хотел, чтобы справедливо относились ко всем, да. И вы понимаете уже, какой вопрос я сейчас задам, нет, да? Пока нет. Хорошо, Навального оставили в Кирове под подпиской о невыезде до пятницы. Вы, с огромной скоростью идет процесс, необычайно высокая скорость, но... Каков, по-вашему, будет итог? Суд примет позицию Европейского суда или нет? Я думаю, что нет. Вот на этом мы и закончим особое мнение Владимира Сизова. Сегодня ректор Вятского социально-экономического института был у нас в гостях. У микрофона была Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания.